сейчас мы для вас сыграем испанский танец, называется Вильянеска. Композитор Энрике Гранадос. Гранадос Интермеццо. Это переложение для виолончели из оперы Гранадоса Гойески.
Сейчас мы для вас сыграем, ну, можно сказать, самого молодого из этих четырех композиторов, которых мы исполняем. Это Хоакина Турина. Называется романс. Романс Хоакина Турина. Испанская свита Мануэль де Фалья. Буду объявлять в шести частях, буду объявлять каждую часть. Мавританская шаль. Thank you.
Хота. Thank you.
колыбельная. Thank you.
концерта мы сыграем произведение выдающегося испанского виолончелиста Пабло Казальса. Это, в общем, самая известная его пьеса, называется «Песня птиц». Это как бы каталонская мелодия, переложенная Казальсом, она рождественская, и как бы птицы как бы поют, встречая Христа. Рождественская каталонская мелодия. Пабло Казальс. Thank you.